Добро пожаловать в Финляндию. Спасибо. Как вы считаете, легче ли ехать в поезде или летать в ракете? Ну, тут есть, конечно, свои особенности специфические. Ехать в поезде и лететь в ракете. Ехать в поезде немножко легче в том отношении, что здесь не действуют такие перегрузки большие, как они действуют при полете в ракете. Но, с другой стороны, здесь более продолжительное время езды в поезде. И, кроме того, в поезде больше трясет, чем на ракете. Ракета идет гораздо плавнее, гораздо спокойнее, чем поезд. И этой качки и тряски не наблюдается. О чем вы думали в то время, когда заработали моторы вашей ракеты? Когда были включены двигатели ракеты, то начался активный участок выведения на орбиту корабля, спутника. В это время нужно было выполнять большую напряженную программу полета. И все мои мысли и думы были направлены на то, чтобы как лучше ее выполнить, как правильно выполнить эту программу полета, чтобы получить как можно больше данных от этого космического полета. Но, естественно, уже на лирические размышления времени осталось очень мало. Некогда было об этом думать. Сейчас, когда мы едем в поезде, и вы видите небо, что скажите, небо отсюда красивее или сверху? Мы привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба, в стихах. Полны лирики, стихи, когда пишут о небе, когда поют песни о небе. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. И он так несколько непривычен для нашего глаза. Но, может быть, когда мы будем летать дальше к другим планетам, может быть, даже когда будем летать в другие звездные миры, в это время нам понравится больше, чем голубой и черный цвет неба, так как мы привыкнем к нему. Так что... А пока оно, конечно, приятнее, когда голубое. Скажите, когда вы летели в космосе, видели вы наши тысячи озер? К сожалению, мой путь, орбита космического корабля, проходила не над Финляндией. И, к сожалению, я не мог эти видеть тысячи озер, которыми богата ваша страна. Но в следующий раз, если полечу, то я постараюсь побольше полетать и посмотреть на эти тысячи озер сверху, часть которых я, надеюсь, увижу здесь, будучи у вас в Финляндии, на вашей земле. Собираетесь ли вы лететь в космос в ближайшее будущее? В ближайшем будущем, если мне доверят такой полет, то я полечу в космос. Но я не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей-космонавтов, которые рвутся прямо-таки, рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет, то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. К полету я постоянно готов, и в любое время, как только мне доверят, я полечу снова. Как ваша жена и дочери там живут в Москве? Жена и дочери мои в Москве живут хорошо, здоровы, чувствуют себя прекрасно. Дочери растут, жена работает, так что семья вполне такая хорошая, здоровая, все работаем. Скажите, пожалуйста, как зовут ваши дочери? Старшую дочь зовут Леной. Сколько ему лет? Ей 2 года и 3 месяца, а младшую дочь зовут Галиной, ей вот скоро исполнится 4 месяца. Пользуясь случаем, прошу передать искренний сердечный привет телезрителям Финляндии. И большое спасибо за те теплые встречи и теплые слова, теплые улыбки, горячие сердца, с которыми они встречают представителей Советского Союза.